Формейшн – одно из самых ярких и зрелищных направлений в спортивно-бальных танцах. 8 пар в одинаковых костюмах в одном ритме синхронно выполняют движения. Артистизм и потрясающую слаженность действий – все это удалось продемонстрировать воспитанникам звездного вальса на чемпионате Москвы по танцевальному спорту. Руководитель танцевально-спортивного клуба «Звездный вальс» Игорь Турукин рассказывает, осваивать дисциплину «Формейшн» начали 5 лет назад. Прошли достаточно интересный путь. Мы стали чемпионами Москвы, трехкратными чемпионами России. И вот несколько лет у нас был передых такой, потому что достаточно сложная дисциплина. Мы взялись за это вновь. И подтвердили титул. Юные воспитанники «Звездного вальса» стали абсолютными фаворитами турнира. Они покорили сердца жюри, исполнив номер под названием «Мир, он для всех», который состоял из 5 танцев латиноамериканской программы – самбо, ча-ча-ча, румба, пасодобль и джайв. Композиция достаточно интересная, да, очень глубокая. Называется «Мир, он для всех». Мы как бы старались объяснить, что все дети равны, и там про дружбу, про взаимосвязь, такая достаточно глубокая композиция. К выступлению танцоры подошли с большой ответственностью, репетировали практически без выходных и каникул, но результат того стоил. Я бы хотела стать чемпионом не только Москвы, но и России. Я думаю, нашей команде нужно еще сильнее выложиться, еще сильнее, чем на Москве. И может застанем. Сам формейшн весь, конечно, иногда бывают легкие моменты, иногда такие сложные, иногда нормальные. Ну, в принципе, можно сказать, формейшн, он такой средненький по постановке сложности. Но мне кажется, мы почти все хорошо сделали. Но были такие ошибки, что там один руку не туда поднял. Я очень волновалась, потому что боялась, что что-то не так будет, что-то несинхронно, что-то не подстроимся, линии не будет и рисунка. Главную поддержку ребята чувствовали, конечно, от своих родителей, которые волновались не меньше самих юных артистов. Это было очень волнительно. Накануне она никак не могла уснуть, весь вечер переживала, с утра вскочила, а ни свет, ни заря. Начала тренироваться, подготавливаться. В общем, это был безумно волнительный день. Ребята верят, что помимо ежедневных тренировок и настроя только на победу, помог удачно выступить и плюшевый талисман клуба. Мы кладем на него руку перед соревнованиями и загадываем желание. И оно всегда сбывается. Этот талисман для нас очень много значит. Он, как считается, звезда, звездный вальс, который танцует. Один из критериев – это синхронность, и самое важное – это линии. То есть там до миллиметра должны все друг за другом строиться. Именно поэтому мы очень благодарны и Дворцу спорта «Видное», который нам периодически предоставляет площадку, и в Доме культуры, потому что нужна действительно большая площадка. Это одна из самых сложных дисциплин. Команд очень мало. Вот в России их было 6 команд именно в детях. Поэтому, да, действительно это сложно, но она очень интересна тем, что начинается такая взаимосвязь между детьми. Благодаря победе на столичном турнире спортсмены «Звездного вальса» прошли отбор на чемпионат России, где им предстоит выступить уже в марте. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Гульнара Балаева, «Видное ТВ».